108 единиц бронетанковой техники, включая 42 танка Т-62, 153 единицы артиллерии и минометов, около 60 тысяч единиц стрелкового оружия, 13 миллионов патронов. Почти все это Дудаев и продемонстрировал на параде в честь двухлетия своего правления. Были и официальные гости из дружественных стран. Вот Жириновский, Гамсахурдия, как всегда Аушев. Парад немного смахивал на пародию. И было бы даже смешно, если бы мы не знали, что будет дальше.